В Нью-Йорке прошла первая пресс-конференция чемпиона в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина перед его боем против обладателя пояса IBF в полусреднем весе Кейла Брука из Великобритании. Напомню, боксерский поединок запланирован на 10 сентября в Лондоне на знаменитой арене О2. На пресс-конференции промоутер Том Леффлер отметил, что чемпионы мира Головкин и его противник Брук не имеют ни одного поражения со дня выступления в профессионалах. Сам казахстанец о будущем оппоненте отозвался как о хорошем бойце, лучшем в своем дивизионе, и отметил, что это будет большая проверка и самый громкий бой. Победитель этого противостояния получит все чемпионские пояса, по которым будет проходить защита. А на сегодняшний день у Геннадия Головкина самый высокий процент нокаутов в среднем весе за всю историю дивизиона – 91,4%.